можно озвереть. И гораздо лучше иногда побыть наедине с кем-то, со своими тараканами в голове. Нет никаких душ, не посиделок с ними, дачи дел, но ты не отдела. Не надо мило улыбаться и делать вид, что получаешь удовольствие от болтовни. Никакой любимой музыки, нелепых танцев, никакого нарушения личного пространства, ни ослабления чувств, ни неадеквата. Для персоны нон-грата не позвали, ладно. Хорошо, вы знаете текст этой прекрасной композиции. Знаете же, да? Коля там ведьма, шлюха. Очень просто. Старухи у подъезда знают, что лучше всех на свете. Святому отцу нельзя, он бичует себя плетью. Есть, ей была бы сая в кресте. Кто-то равнодушен ко всему, а кого-то бесит.